Ladies and gentlemen, welcome back to our session, and the session is, this special session actually is a debate. And actually we expect that the participants at least will show some disagreements with each other. And for the liveness of the debate and for the sake of intellectual, curiousness and excitement, I suggest that all participants, as previously, should speak the language they like. I mean, I don't care. I mean, English or Russian. So I'll try to moderate in Russian. I'll try to moderate in Russian because I know that Andrew probably not a native speaker of Russian. Hopefully, yes or no. So you understand everything, and so I'll try, to be flexible English, Russian, and afterwards, after each of them speak, and the participants will have to, possibility to speak like for 9-10 minutes, because the whole session is for 45 minutes. And afterwards, we'll have a Q&A session, and Robert will lead this Q&A session. And for now, I want just once again to introduce all the speakers. Vyacheslav Bakhnin, the first one. Then Evgeny Gindelis. Then Kyle Ostrovsky. And at the moment we have Andrew Wood. But Mikhail Shishkin is away. Oh, he's coming back, yeah. So we have Mikhail Shishkin. He will be speaking the last one. Здравствуйте еще раз. И сейчас сама тема, о которой мы говорим, конечно, как строить мосты. И мосты, как всегда, строятся между двумя берегами рек, конечно. Как они строятся? В прошлой сессии мы больше говорили о том, как, где проблемы, какое будущее вообще у самой России. Здесь о этих мостах. И, конечно, вот мосты, как, потому что мы имеем два берега каждый раз, по крайней мере, всегда так бывает, но не знаю другого моста, который бы шел в одну сторону только. Так, было бы интересно услышать от всех участников, как вы видите вот эту возможность этих мостов, и, конечно, тут не только Россия и Литва, но в более широком смысле, потому что, конечно, тут трудно сравнивать в масштабах ту же самую Россию, ту же самую Литву. Но, в принципе, и тут говорим не только о размерах, но и о интеллектуальном, таком культурном сотрудничестве. Как вы видите возможность и теперешней ситуации? Ситуация, как в прошлой сессии все слышали, очень такая неоднозначная, очень часто ее можно назвать даже трудной, да? Так что мое предложение, что мы больше думаем о этих мостах, как их чинить. То есть, может, даже вот в этой картинке, которая в самом начале была представлена, этот мост полуразрушен такой, как его починить, чтобы там не то, что танк не обвалился, но бы человек прошел бы как. Да? Так, возможности разные, конечно, ну и вот интересно, как вы видите всю эту ситуацию, и в самом начале, я думаю, что было бы хорошо идти в том же самом порядке, как и в прошлый раз, когда Роберт был модератором. То есть начинаем справа влево от меня, то есть для зрителей наоборот, и даю слово сейчас Вячеславу Бакхнину. Спасибо. Ну, по мостам я небольшой специалист. Я, правда, я учился в физтехе, но там не было мостостроения, такой специальности. Я считаю, что мосты, конечно, вещь очень нужная, и мы сами с этого начинался наш разговор. Но проблема в том, чтобы мост построить или даже починить, вообще-то нужны усилия с двух сторон. Потому что если мост чинит какая-то одна сторона, то на самом-то деле и будет то самое одностороннее движение, которое, в общем, никому не нужно. Как сделать так, чтобы обе стороны были заинтересованы в существовании такого моста? Вообще страны
между собой находятся, ну, жители, во всяком случае, стран, они, как правило, мало интересуются тем, что происходит на другом берегу. Вот это такая selfishness, она существенна для многих стран. Возьмите, ну, Америка — это яркий пример этого, но и в других странах, в принципе, все заинтересованы в том, чтобы вот здесь все происходило нормально, а про мост вспоминают тогда, когда чего-то не хватает, и надо чего-то через мост перекинуть себе, чтобы у нас это было. Вот. То есть, когда возникают проблемы международной торговли, международного обмена и так далее. С Россией строить мосты сейчас довольно сложно, именно потому, что ко всему иностранному в стране уже так воспитан средствами массовой информации очень негативный контекст, и все иностранное – это всегда подозрительное. Все, что приходит извне, это, если оно приходит по инициативе тех, кто оттуда что-то передает, то это значит, есть hidden agenda. Это значит, не просто так они это все делают. Это касается и благотворительных фондов, это касается и политики разных стран, и международной помощи. Если вы знаете, сейчас в России вообще понятие международная помощь для России, оно вообще исчезло. Все, кто занимался таким international assistance, они все из страны выведены. Начиная с USAID и кончая ООНовскими программами поддержки мигрантов и так далее. Вот. И поэтому это все, конечно, естественно при таком лидере, у которого это все воспитано, я не знаю, с молодых ногтей, он ко всему иностранному относился и будет относиться всегда подозрительно, и вы его никогда в этом не переубедите. Вот. И поэтому строить мосты с одной стороны будет рассматриваться как вмешательство во внутренние дела. А те маленькие ручейки взаимодействия, которые дозволяются, они все, в общем, чрезвычайно лимитированы и ограничены по контексту, по тому, кто в них может участвовать и так далее. А вот единственный мост, который, к счастью, не могут контролировать наши власти, это онлайн-мост. Вот там все гораздо сложнее для них и проще для нас. Именно поэтому мы еще взаимодействуем, и если бы не было интернета, я не знаю, кто это придумал, им надо вставить памятник, конечно, вот, мы бы жили еще достаточно таком в середине 20 века, что было бы чрезвычайно неприятно. Вот. А сейчас, я думаю, возможность таких мостов есть, независимо от влияния и желания руководства стран. Это называется гражданская дипломатия. Эту гражданскую дипломатию мы в этом зале демонстрировали. Я думаю, что она, в принципе, возможна, но, опять же, в ограниченном количестве, потому что, если смотреть даже наши некоммерческие организации, организации гражданского общества, очень небольшое количество из них занимается международными делами и взаимодействует с рубежом. Одна из проблем – это проблема языка, а другая проблема – тем, что мы гораздо больше, как я уже говорил вначале, погружены в наши собственные проблемы, нам есть что решать здесь, и мы не очень понимаем, в какой степени вот эти мосты помогут нам решить наши проблемы. К сожалению, это не так ясно и не так очевидно. Если в начале 90-х годов очень много технологий шло международных в Россию, которые потом были адаптированы и очень качественно использованы, то сейчас практически все технологии, которые есть на Западе, я имею в виду гражданские социальные технологии, они все в России уже почти практически есть. Нам нужно между собой еще наладить эти мосты и общаться между регионами, потому что практически все есть. Вот. Но тем не менее, международную повестку дня никто не снимал как актуальную, и есть организации, люди, которые этим профессионально занимаются, и вот Роберт — один из замечательных примеров с его центром Сахаровским, и такие организации есть и в России, и я думаю, что их надо использовать для наведения мостов и постоянно между собой взаимодействовать, что необходимо для взаимопонимания, хотя бы понимать, а что там. Есть прекрасные уже доклады, вот есть такая организация, я знаю, ЕС-Россия, гражданский форум ЕС-Россия, да, вот, в которой как раз происходит взаимодействие гражданских организаций на уровне европейском,
Там ежегодно выходят доклады о ситуации с развитием гражданского общества в разных странах плюс Россия. И вот если их почитать, то можно много чего важного и интересного узнать, как развиваемся мы все вместе в Европе, и увидеть, что среди нас гораздо больше общего, чем различного. Несмотря на то, что вот мы сейчас говорили о том, какая специфика в России, на самом деле общего у нас с другими странами не меньше, чем вот это различие, которое было подчеркнуто в нашем выступлении. Спасибо. Спасибо, Вячеслав. И сейчас слово передаем Евгению Бенделис. Про мосты. Я попробую про мосты поговорить чуть в более широком смысле. Я вот, собственно говоря, пользуюсь возможностью, выписал, как называлась книга Леонида Донскиса, которую, собственно говоря, он летел представлять в Петербург. Она называлась «Малая карта опыта». Это совершенно замечательное название. И я вот думаю о том, что опыт на самом деле совместный, это тоже как бы очень близкий концепт к концепту моста. И я сейчас поясню, что я имею в виду. Вот в последний год мы все видели еще один очень важный как бы феномен, медийный, который произвел на всех большое впечатление, это абсолютно повсеместный всемирный успех сериала «Чернобыль», который представляет собой огромный мост к продукции, да, потому что сериал «Чернобыль» был создан кинематографистами нескольких стран. Он на 70% снимался здесь, в Литве, вы про это все прекрасно знаете. Значит, он также в оставшейся своей части на 30% снимался в Украине. Вот его дело, его придумали замечательные английский сценарист. И это, в общем, была действительно такая абсолютно глобальная копродукция. И мы там со своей маленькой стороны из России тоже к этому имели небольшое отношение. Мы это производство большое консультировали, так сказать, на уровне сценария, стараясь избежать каких-то исторических несоответствий, проверяя названия, фамилии, адреса, пытаясь сказать нашим коллегам о том, что, наверное, маловероятно, чтобы картина «Иван Грозный убивает своего сына» висела в месте, где собирается политбюро. Вот. Но именно в этом конкретном примере да, наше мнение не было учтено, потому что нам сказали, что это, в общем, такой художественный образ. Вот, и в этом тоже, в общем, я должен согласиться с нашими коллегами. В общем, вот такие, на самом деле, глобальные проекты, они играют колоссальную роль, потому что они действительно как бы дают возможность и нашей, и аудитории в России увидеть, что совершенно не обязательно быть российским режиссером для того, чтобы честно, правдиво рассказать историю невероятного мужества людей, которые спасли весь остальной мир от глобальной катастрофы. Да? То есть это пример того, как, так сказать, вот эта новая глобальная, в каком-то смысле, технология, кино, да, преодолевает все эти мелкие национализмы, да, мелкособственническое отношение к национальному опыту и национальной истории. Вот, и на самом деле этих мостов вокруг нас очень много, мы просто иногда их не видим и не можем их
так сказать, донести до аудитории, потому что, вот, например, еще одним совершенно невероятным мостом является, конечно, Сахаров. Его жизнь, его как бы судьба, его роль, так сказать, в истории не только там, Советского Союза, России, но вообще его глобальная роль. Да, я очень надеюсь, что, так сказать, скоро там, к столетию Сахарова появится соответствующий его масштабу, так сказать, фильм, который новому поколению, тем людям, которые не застали его, которые не видели, как бы не имели возможности вот этого личного физического прикосновения к нему, они смогут благодаря такому фильму почувствовать масштаб личности, почувствовать как бы важность той роли, которую Сахаров сыграл в том, чтобы, собственно говоря, в том, чтобы у нас была возможность сегодня сидеть в этом зале, да, и в том, чтобы Балтийские республики смогли быть свободными. Вот, поэтому это тоже очень важный мост. И на самом деле наша задача заключается в том, чтобы действительно вот эти, как бы, находить пути, которые могли бы нас объединять помимо политических, социальных, так сказать, вопросов, есть культура, которая на самом деле может гораздо больше, чем, так сказать, нам кажется, если ее использовать вот, так сказать, в тех колоссальных возможностях, которые она на сегодняшний день обладает, если она соединена с медиа, если она соединена с современными технологиями. Вот, поэтому, в общем, я на самом деле очень оптимистично смотрю в будущее, потому что я абсолютно убежден в том, что, как бы, обновление в России придет в значительной степени через вот эту составляющую. И, в принципе, скажем так, огромная ошибка 90-х и, так сказать, того обновления, которое какое происходило в 90-е, заключалось в том, что вот эта культурная составляющая, она на самом деле вообще не была принята во внимание. Да? То есть, как бы, все обновление сосредоточилось на там, экономических и, так сказать, политических вопросах, и, в принципе, считалось, что все остальное, как бы, последует. Да? Но как бы новая Россия, она должна, собственно говоря, быть переформатирована за счет памяти и культуры. Вот та там, работа, которую там, производит, например, общество «Мемориал» и все, что связано с этим, это важнейший процесс, который там, разворачивается в России. Да, и он касается, на самом деле, не прошлого, он касается сегодняшнего дня. И это еще одна очень важная часть того, что, собственно говоря, так сказать, вот это соединение памяти с культурой, это есть на самом деле главный рецепт обновления и предотвращения того, что произошло вот в предыдущем цикле. Спасибо, Евгений. Сейчас слово передаем Аркадию Островскому. You can speak in English, if you want. Well, I'll speak whatever easier for the audience. I think just raise hands to prefer me to speak. Do you want Russian or English? With English, you don't need translation. Okay. Russian, you need translation. So, in the question of bridges, well, it depends on who you're building bridges with. I see very little benefit in building bridges with the current political regime in Russia, you know, building bridges with Vladimir Putin or with the FSB and his cronies risks, you know, you have to think what will travel along those bridges. And it's probably better to, in terms of the official Moscow and the Kremlin, it's better to build defences rather than bridges. But he is not, as we've discussed, he is not going to be there forever, and what's more, he doesn't represent
And that's the difficulty of dealing with Russia for any democratic country, is that you, when that, because it's an authoritarian regime, and because it, Putin's legitimacy is not an electoral legitimacy, it's very hard to know who he represents and what is the real percentage of the population he represents. So there is a great benefit in building bridges and establishing contacts with those with whom you one has common values, the ones of dignity, of prosperity, of property rights, etc. And there are a lot of those people in Russia. Now, I think, you know, I don't want to make it too universal or abstract, because I think Lithuania, not only because it's the largest of the Baltic countries, but because of its fortunate or unfortunate geopolitical position, actually does have an extraordinarily important role to play, much bigger than actual population, than 3.8 million population of Lithuania. Precisely because of what Evgeny said, precisely because it's a neighbor, you know, Russia is a neighbor, because there is a shared past, cultural past, not just in terms of the occupation of Lithuania. And because ultimately you, look, all countries are competing, and you have a competitive, you know, Lithuania has a competitive advantage. It's a disadvantage in some ways, in that it's faced with the potential threat, although I don't think this threat is the biggest of the ones of Russia's neighbors. But there is an advantage as well, because you actually understand, Lithuania can understand what Russia is about better than you can understand, that you understand the domestic processes that are happening in Russia probably better, not, you know, linguistically and culturally, than people sitting in London, or people sitting in Paris, or in Brussels for that matter. Russia is quite unique of large countries, in that normally big countries want their neighbours, and that's sort of, I'm talking about the Kremlin part of it, sort of the official political regime in Moscow. Large countries normally want their neighbors to be stable, stable and prosperous, because that's better for your own security. And for people, Russia is quite unique. Russia wants its neighbors to be weak and dysfunctional, the current Russia. But as I said, that's not going to be there forever. Now, Lithuania being a democratic country and a member of the European Union has every interest in Russia to be stable and ultimately prosperous, rather than dysfunctional, warring, aggressive, etc. That goes without saying. Countries on the periphery of the empire, and Russia is still an empire, be it one in state of decomposition and possible fracture. These countries have a very important role to play. If you think about who were the people who alerted the United States and Britain and Western countries to the changes that were taking place in the Soviet Union in the 80s, it was it were the Czechs. It was the Zdeněk Mlynář, who was Gorbachev's roommate at the Moscow University, who was the right-hand man of Alexander Dubček, who was brought to in handcuffs to Red Square in 1968, was then kicked out, but sort of followed Gorbachev's career. And he had a friend in a British historian, political thinker, Archie Brown, who was a member of Thatcher's sort of informal advisory sort of club. And when Gorbachev came up, nobody, of course, in the West had ever heard of him. It was Zdeněk Mlynář who said, "You have to watch that man," to Archie Brown. Archie Brown said, "Look, this is the man we need to watch." And in that sense, Britain had an advantage in talking to the right people and then explaining to Reagan that this was the man to be taken seriously. The same could be said with the Yakovlev. But the country that is bordering Russia understands much better what's happening there than countries further west, have this incredibly important role. And if
and leverage with the other EU member states in saying we can actually interpret, we can help, we can be that bridge with the new Russian elite. And in a way, it is happening. I mean, you have a lot of people from Russia, sort of active, politically important people now in Lithuania. I mean, some of them, and not just in Lithuania, in the Baltic states. I mean, if you look at where the Russian media, you know, like Medusa is, it's in Latvia. Lithuania is the country where Russian opposition, Ukrainians, the Belarusians meet. Vilnius is the now hometown for Alexei Navalny's right-hand man, Daniil Volkov. So it's very important to use, I think, that position and expertise to build those bridges and understand what's happening and be that country and have the Russian expertise in Lithuania, however counterintuitive this may sound now, to have that Russian expertise in Lithuania that would be of great use not just to Lithuania itself, but also to Poland, Germany, and other EU states. So I think that's really vital. And then there is, of course, another way in which I think Lithuania at the moment will increasingly play, and its foreign policy will play, a huge role. Because if what we think Vladimir Putin is trying to do in Belarus, and trying to create a new confederate state of which he can be the head of, with or without acquiescence of Alexander Lukashenko. Of course, Lithuania and Poland have much greater stakes at that. So I would say that Lithuania is in many ways in a pivotal position. And as a NATO member, let's be honest, I don't think France or Britain or even Finland particularly care of what's going to happen with Belarus. And it's very hard to explain why this is important. And I think, again, your unique position of knowing the neighborhood and being able to build bridges both to Russia, but also to explain why whatever is happening in Belarus, which is still closed, not as closed as it was probably 7-8 years ago, but still a relatively closed society, and interpreting that. I mean, Lithuania as an interpreter in the middle of Europe, I'd have thought, has a huge role to play. But that, of course, will depend not just on the number of seats in the European Parliament, what have you. It will depend on having that intellectual capacity and expertise of doing Russia professionally at a time when that expertise is in decline in Western Europe. So if I was a young, starting student or journalist in Lithuania, I would think very, very seriously of taking up Russian history and Russian language, because I know that it would become of huge benefit and use. Thank you. Thank you very much. Arkady gave good advice. Usually we tell this advice to everybody, but nobody listens. I mean, this is another issue. right now, so we give floor to Andrew Wood. I will be brief. I remember a time, not so long ago, when it was possible for me to pass rude remarks to my wife on the bus in Russian and be sure that no one understood. Now, London is absolutely full of Russian speakers, some of them from Lithuania. But I think the interflow of ordinary people is not to be forgotten. Of course, there are also some rich Russians, and some of them have a better reputation than others. But that is another form of bridge, if you like. It's not as good as it used to be when we had a large network of British Council offices throughout the Russian Federation. And we don't lend Russian doesn't get IMF money and so on as they used to. Nonetheless, there are some links also, I think, in the Russian side. What has gone down is the study of the Russian language and Russian history and knowledge of Russia in my country.
which is a pity, but I think it's reflected actually in most European countries. And I can think of other countries where it's even less well embedded than in my own. As to the cultural links, of course, they are there, and I don't think there's any reason why they should ever be neglected. As and when Russia does change for the better, and I think those links will grow and bear fruit. At the moment, when my wife wishes me to leave the room, she just switches on RT and I leave. But that's another form, I suppose, of communication, which is not very good. But really, I have nothing more concrete to add to what's already been said. Thank you, Andrew. And сейчас слово тогда Михаилу. Я совершенно согласен с постановкой вопроса Аркадием Островским. Строить мост к кому? Строить мост к России – это значит сказать ничего. России бывают разные. Известная фраза советского прокурора на Нюрнбергском процессе. Эти преступники захватили власть в государстве и сделали государство инструментом своих преступных действий. Вот это то, что произошло в России. Банда захватила государство. Строить мост к бандитскому государству или к заложнику? Вот к тем прекрасным молодым людям, которых мы сегодня видели в фильме. Прекрасный пример — Олимпиада в Сочи. Поехать на Олимпиаду — это значило проявить солидарность с той бандой, которая захватила всю страну в заложники. Бойкотировать Олимпиаду — это значит строить мост к другой России. Вот к той самой прекрасной России будущего, которую мы сегодня видели. Я в Швейцарии выступал и в газетах, и по телевидению с призывом бойкотировать Олимпийские игры в Сочи. Ну и риторический вопрос: кто когда-нибудь прислушивался к писателям? К писателям никто никогда не прислушивался. В результате Швейцария, как и весь демократический мир, приехала в Сочи и построила там Швейцархюсли, швейцарский домик, в котором президент самой демократической страны в мире лично лобызал сапог Лачу Беслана. Вы знаете, да, эти знаменитые кадры, когда матери детей, убитых в Беслане, на годовщину трагедии пришли в белых майках с надписью «Путин, палач Беслана». Они были арестованы. И как результат, что мы имели в Сочи? Как результат мы имели сразу же аннексию Крыма, сразу же войну, сразу же 10 тысяч убитых. Значит, строить мост нужно, безусловно. Нужно поддерживать, четко знать, что ты, какую Россию ты хочешь поддержать. История нам показывает, что как бы мы все вместе не старались, да, но в обозримом будущем вряд ли реально построить в Россию демократию в том виде, в каком мы ее хотели. Но это совершенно не значит, что за демократию не нужно бороться. Обязательно нужно бороться за демократию в России. И мы видим, что... Почему? Потому что вот те девочки и мальчики, которые мы сегодня видели, они счастливы. Они счастливы, потому что эта борьба дает им человеческое счастье. Они вышли защищать свое человеческое достоинство. И это величайшая победа в России. И вот эту прекрасную Россию будущего нужно поддерживать, и к ней нужно строить мосты. Спасибо, Михаил. И сейчас у нас всех возможность задать вопросы. Я думаю, что после выступления мы тут второго раунда не будем делать между собой, там, выяснять, там, что, кто и как. Но тут мы имеем уникальную возможность задать вопросы, и я действительно призываю всех участников
спросить. И как вы видели, ну, эти взгляды на одну или другую жизненную проблему и отношения с Россией и тому подобное отличаются. И я думаю, что это отличная возможность выяснить для себя или других отдельные моменты и вопросов мостов и вообще взаимоотношений России с окружающим миром и вообще по самому России. Здравствуйте, меня Александр зовут, я из России как раз. Ну, я сам участник как раз протестов, которые в июле в Москве были. Вот, и хотел свои 5 копеек вставить. Вот, во-первых, по поводу мостов. Ну, мне кажется, очень классно, что литовское правительство поддерживает русскую оппозицию, и когда у кого-то там какие-то проблемы случаются, ну, в общем, людям помогают, делают визы и как-то поддерживают их. Думаю, это очень сильно помогает и как бы будет помогать, если все протестующие будут знать, что там в случае чего можно там рассчитывать на помощь Литвы. А по поводу мостов, мне кажется, что очень классно, ну, в России такая есть проблема, что люди, которые там живут раньше в Москве, они никогда не путешествовали толком, и они даже не представляют, там, средние там ребята молодые, даже не представляют настоящую жизнь в Европе. Вот. И у нас есть, естественно, Шенген, вот, и если бы какая-то была программа для обращения там Шенгена вообще со стороны Литвы для молодежи, чтобы люди посетили вообще Европу, увидели, как цивилизованные люди живут. Это бы очень классно помогало. Вот. Также очень приятно, что в Литве поддерживают память о Борисе Немцове, который боролся всю свою жизнь до смерти, и также есть у вас сквер Бориса Немцова, одна из немногих стран в мире, вот, где он прямо возле российского посольства очень удачно разместился. Вот. Ну, если есть какие-нибудь еще там процессы, может, какие-то вопросы о протестах в Москве, буду рад что-нибудь рассказать, потому что, ну, я их все как раз участвовал активно. Спасибо. Конечно, больше комментариев, но мы, то есть, потом будем, то есть, обсуждать с участниками протеста, но тут больше на вопрос ориентированы все должны быть. Да. Which language you said? It's better for translation. Никакой разницы нет. Let me put sort of very sentimental remark and a little bit of question in that. When I think about the bridges, I remember those singing years of a revolution, 1990s, and what was for me the most, polite, attractive side of Russian society, it was memorial. It was memorial. Somehow, the group of people which uncovered the deep traumatic pages of that memory and that really united us. Not probably because I'm a historian, yes, Lithuania and many other countries in the neighborhood were traumatized, were humiliated. And how big is the chance that memorial type NGOs in Russia would have some voice against that politics of memory in terms of Medvedev or Putin? And they, everything knows, from starting from the graves of Katyn victims, ending with some Finnish victims. That's what sounds as extreme nonsense. But is it here any chance to
have face-to-face, people-to-people memories as sort of the bridge, or is it already lost and probably forgotten by the younger generation, which is playing different games? Thank you. Ну, я очень хорошо знаю мемориал, у меня там жена работает как раз в архиве, поэтому и друзей много, и поэтому я могу попробовать ответить. Во-первых, то, о чем вы говорите, мемориал делает каждый день. Каждый день он делает максимум возможного в тех тяжелых условиях, в которых он существует. Уже мемориал признали иностранным агентом. Причем в мемориале там несколько структур, есть правозащитная структура, есть структура международная, но они уже все признаны иностранными агентами, то есть международные тоже, по-моему, признаны. Вот. И в этих условиях им сложно бороться, более того, серьезная проблема финансирования, потому что у мемориала есть свое здание, которое ему фонд Форда в свое время выделил деньги на покупку. И это очень хорошо, потому что это дает некую стабильность организации, но на деятельность денег не так много, потому что шансы получить их из президентских грантов или из государственных каких-то источников, они просто практически отсутствуют. Вот. И поэтому, опять же, мемориал вынужден полагаться на международные всякие совместные проекты и программы. Вот. И что касается молодежи, то молодежь прекрасно осведомлена о том, что делает мемориал. Вокруг мемориала сложилась своя молодежная группа, которая всячески помогает. Мемориал вообще становится и является некоторой кузницей кадров, как для других правозащитных организаций. Многие прошли школу мемориала для того, чтобы стать работать в других организациях. И там есть потрясающий конкурс, который ненавидят власти, который значит, постоянно пытаются сорвать. Это конкурс школьных работ по поводу памяти, по поводу того, что было с их семьями. И школьники сами пишут сочинения о своей семье, о своей жизни, и посылают их на конкурс, и лучшие такие работы, они потом приезжают в Москву, победители этих, и слушают лекции очень известных историков и так далее. Так вот, именно это обращение к естественной человеческой памяти вызывает очень серьезное негодование, ненависть наших государственников и вот того самого темного гражданского общества, которое постоянно пытается сорвать эти мероприятия. Вот, так что мемориал живет, я надеюсь, будет жить, вот, но, конечно, ему нужна поддержка, и мемориал действительно один из тех мостов, который действительно вот, соединяет наши страны всей своей деятельностью. Я думаю, что он заслуживает вот именно такого звания, звания моста между нашими странами. For the first time in my memory, in the summer months in Moscow, was that the subjects that were previously subjects of Memorial, both the human rights and the historical part, which were sort of in the niche, suddenly spilled into the mainstream. We haven't seen that before in Russia, so on the human rights side, the guard, you know, a wonderful man who sits in the memorial building in Moscow, organization called Overdayen Four, saw an eightfold increase in funding of volunteer funding in July, and tripling of the number of volunteers. They say they've never seen anything like this. They're overwhelmed with money, and it's now a question of sort of raising it to a new scale, and it's sort of happening in a lot of places. And in terms of memory, again, I think Memorial is one of the greatest institutions that have been set up, and you know, to great credit of Arseny Raginsky. But the ideas have spread. You know, the 10 million viewers of Kolyma film by Dude is in a way is a product
of the Mariologists. It's now going into the mainstream, which I think to me is the most important development of the past months. I just want to stick on a second there. There is an abiding memory in the UK and other countries of Europe, especially in the UK, of what we did together with the Soviet Union during the war. That is also with an abiding memory of how many Russian soldiers were betrayed by their own country after the war. I speak because I come from Jersey, which was was occupied by the Germans, and it was a prison camp area. And I know people who had to leave Jersey and were sent straight to prison there. And because no country can cure itself or be aware of itself if it doesn't review history. It has to make that part of, to pretend that the last World War was won solely by the Soviet Union fighting since 1941 for a start is something which we think is nonsense. We remember things which are denied in Russia now, such as the alliance with Hitler. And I think that there is a sensitivity in my country, particularly perhaps, to the need for today's Russia to remember yesterday's Russia properly. Forgetting what was done to millions of Russian citizens at that time is a sin. Memorial is a wonderful effort to make sure that it's not forgotten. The persecution of people like Dmitrievich is monstrous. And the need to salute the people who worked with Memorial is also an obligation for all of us. Sorry, that's a bit emotional, but anyway. Thank you, Andrew. Thank you for very interesting insights. But what I, my name is Angus, I'm from local public communication department, and being in such capacity, I'm always very much interested in metaphors that are used to describe the situation. And bridge and bridging is a recurring metaphor here. But it does sound very, very weakish or even defeatist from time to time. Like, you know, bridge over what to what, like also Arkady was telling. You know, from democratic space that is open and liberal to oligarchical autocratic regimes that are defensive and walled in. By the way, here regionally, especially in Lithuanian speaking Facebook, younger patriots love to use John Tolkien metaphors about Russia. Mordor, no, they say, imagine bridge from Hobbiton to Mordor. What can come good from this bridge? No. Only invasions. No. But we sometimes here forgot another contextual metaphor that's very, very expanding and seems very long-term forceful, that is this Chinese Belt In Road, as also both project, infrastructural project, and metaphor, you know, that road that will build in all the, you know, world, you know, Eurasia, Africa, and Europe. My question to you, can we find something more forceful as modest, weakish bridge, you know, one bridge, two bridges. Maybe we can also, we need EU or Euro-Atlantic world some more forceful metaphorization. Our answer to Belt In Road. Just remind good old Eurasia about democratic Europe from Gibraltar to Vladivostok. No, it's something more, much more ambitious. What do you think about that? I can only think of a wobbly bridge. sorry, that was a bad joke. We did have that thing, and it was called the European Union. This was still too recent. I think metaphors are very dangerous things. I think.
they suggest that every problem, as Paramount said it, every complex problem has a solution which is clear, simple, and wrong. I think we have to, in a way, be careful of the metaphors, and I think the common space from Vladivostok to from Gibraltar to Vladivostok is, I think actually we need to move to the phase where we don't need to have sort of great metaphors. I mean, the European Union actually doesn't have a metaphor. The Belt and Road is, I mean, it's usually the authoritarian regime is quite good at spawning metaphors. The Belt and Road, that's clearly sort of a separate issue. Because some of it is real, some of it is not. I think there is a enormous, you talk to a lot of Russians, you talk even to people in Central Asia, and I think we underestimate the appeal that Western Europe and Europe, the European Union still has to people, both in Russia and the Far East. You know, talk to people in the Far East of Russia and say, you know, and they say to you, well, of course we're European. Who else? I mean, we're not Chinese. We are European, and this is 11 time zones away. So anyway, not very helpful, sorry. Regarding reaction to bridges on our euro currency, we have bridges. What would the panel say or comment regarding Kremlin's bridges and ideological friendship with Hungarian Orban and with Salvini in Italy and Kremlin support to Le Pen and with the clear strategy to have Europarlamentarians in Brussels. This is more than a bridge from the Kremlin side, this is a network. And how are we intellectuals, humanitarians, how are we going to counter-react to this? I remember Adam Michnikos not long ago said that even though he's happy that Kaczynski is not a friend of Kremlin, however, one authoritarian sometimes quite soon may shake a hand to another authoritarian president, so we have to be careful. And again, in this neighborhood, feeling the region, what would the panel members have about this? Be careful who you judge. Я не политик, конечно, но мы наблюдаем со стороны все, что происходит и в Чехии, и особенно в Венгрии. И конечно, там рождаются те люди, которые Путин может считать своими друзьями. Они выполняют очень важную миссию в Европе, они пытаются разрушить Европейский Союз. А это замечательно для Путина. То есть все, что работает от Брексита до Урбана, все работает на то, чтобы Европейский Союз можно было бы расчленить и чтобы организация, чтобы сами страны выполняли свою самостоятельную политику. Тогда с ними легче иметь дело. Тогда легче поодиночке с ними договариваться и вырабатывать те или иные компромиссы. Значит, это происходит на самом деле, конечно, не потому, что Россия их сильно поддерживает. Здесь есть свои внутренние причины, причем эти причины носят даже не столько европейский характер, а международный характер. Это те события, которые происходят и в Соединенных Штатах Америки. Это как бы появляется запрос на новых лидеров, лидеров тех частей общества, которые считают себя непредставленными в той системе европейских координат, которая сложилась.
Это националистические силы, силы, которые, значит, считают, что, ну, как Германия превыше всего, например, ну, то есть те силы, которые рассчитывают на новый суверенитет, на возрождение суверенитета государств, это возвращение к тому той старой системе, в которой они чувствуют себя комфортно и нормально. Вот, войне всех против всех. Это то, что их греет. Это, вот, это объективная, к сожалению, картина, которая, на мой взгляд, есть реакция просто на серьезное засилие бюрократии в общих этих системах, которые сложились, в том числе и в Европейском Союзе. Мне кажется, это некая реакция недостаточную обратную связь с людьми, которая всегда возникает при составлении вот таких сложных институтов, построенных на компромиссах, которым является Европейский Союз. Поэтому это объективная картина, но я думаю, что поскольку такое развитие на самом деле ведет в тупик в конце концов, и это не развитие, которое ведет к другому будущему мира. Вот, это противоречие всему, что, куда мир развивается со своими новыми вызовами, новыми технологиями, а это значит, что у такого развития нет будущего. И только на это... То есть страна рано или поздно она протрезвеет и как бы вернется, поскольку если сохранятся те самые механизмы ротации, которые должны быть в демократическом государстве, то в конце концов это не так страшно, так же, как с Трампом, например. Ну, переживут Трампа, господи. Не так страшно. This is actually a very interesting question. I'm just thinking about what you said. Of course, you know, it's much worse because, you know, one of the friends or person with whom Putin clearly does have an affinity sits in the White House, which is pretty unprecedented situation. So it's in the same way as we're discussing what is, you know, who is Russia, we could as well be debating what and who is America. Today, but just one thought is, I think there is a very serious intellectual problem that it's people like Trump and people like Salvini and Orban who are established monopoly on the word nationalism and populism, and they were the first sort of to the post, we tainted them. We think it's terrible, and of course. We mustn't forget that nationalism and populism can be very productive. And it's the question how to use it. I mean, I would say, looking from the outside of Britain in Thatcher's years, or America in Reagan's time, they could combine the sort of national interest or sort of patriotism with liberalism. Argument. And Lithuania, Poland, Baltic countries, of course, did the same in the 1980s. It's the question actually of reclaiming some of the national interest, which is now is about openness, because we allowed these people to contrast nationalism with openness and globalization and trade, and in fact, it's a serious intellectual problems. A problem for people in Europe, intellectuals, to reclaim that word and explain that nationalism and populism can be a very positive force, and it's in the interests of the nation to have open borders and trade, and all the things, and the human rights which we all value. Thank you very much. I want just to wrap up all the discussion and to give the final word to Robert, but before I want to thank all the participants of the panel, Vyacheslav Bakhmin, Yevgeny Gindeles, Arkady Ostrovsky, Andrew Wood, and Mikhail Shishkin. Thank you very much, gentlemen. I decided to put up this photo once again. You think it's just coincidental that I chose this photo. This is a photo which was made in 1988 by a friend of mine, Vyacheslav Bakhmin, knows him well, Alexander Vologodsky, who went to the north of Siberia and made this photo at the Road of Death, which is between two camp complexes, Salagat and Igarka, which was built after the Second World War.
about 250,000 people died building this railroad. And the moment Stalin died, they abandoned the camps and just, you know, it was all for nothing. 250,000 people died absolutely for nothing. Lobotsky went there, made these photos, and came back with a whole file cabinet with the, you know, the cards of the prisoners that had been in one of the camps. 90% Ukrainians, 1944 arrested, 25 years Banderovtsi. So, you know, if you're talking about dealing with the past, about a traumatized society, I mean, this is a fantastic symbol, I think, of the problems that we are facing. Which is very much aligned with what Andrew Wood was also saying. So, thank you very much for being here. I hope you enjoyed an inspiring discussion. Please leave your headphones here, because they belong to the university. You are very welcome to join us for a reception in the Adamkus Library across the square. There is food there, not only drinks, but also food. And then at 6:30, there will be the Leonidas Donskis Memorial Concert in the Churlionis Gallery, a very special combination of Mikhail Shishkin, Russia, with Alexei Budvinov, Ukraine, having a joint performance. So I really would advise you to come and join us. Thank you.